Первая книга Паралипоменон, глава 3. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были: первенец Амнон от Ахиноамы из Реелитянки, второй Далуя от Авигеи Кармелитянки, третий Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского, четвертый Адония, сын Агифы, пятый — Сафатия от Авиталы, шестой — Ифриам от Аглаи, жены его. Шесть родившихся у него в Хевроне, царствовал же он там 7 лет и 6 месяцев, а 33 года царствовал в Иерусалиме. А сии родились у него в Иерусалиме — Шима, Шавав, Нафан и Соломон, четверо от Версавии, дочери Аммиловой: Ивхар, Елишама, Елифелет, Нагаг, Нефег, Иофия, Елишама, Елиада, Елифелет, девятеро. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц, сестра их Фамарь, сын Соломона Рваам, его сын Авия, его сын Аса, его сын Иосафат, его сын Иорам, его сын Ахозия, его сын Иоас, его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иофам, его сын Ахаз, его сын Езекия, его сын Манассия, его сын Амон, его сын Иосия. Сыновья Иосии: первенец Иохаз, второй Иоаким, третий Сидекия, четвертый Селум. Сыновья Иоакима: Иехония, сын его, Сидекия, сын его. Сыновья Иоакима: Иехония, сын его, Сидекия, сын его. Сыновья Иехонии: Асир, Салафиил, сын его, Малкирам, Федайя, Шенацар, Иезекия, Гофама и Санадия, Савадия. И сыновья Федайи: Зарвавель и Шемей. Сыновья же Зарвавеля: Мешуллам и Ханания, и Шеломив, сестра их. И еще 5. Хашува, Огел, Берехия, Хасадия и Юшав, Хесед. И сыновья Ханании: Филатия и Исаия, его сын Рефаия, его сын Арнан, его сын Овадия, его сын Шехания. Сын Шехании — Шемайя. Сыновья Шемаии: Хатуш, Игиал, Бариах, Неария и Шафат, шестеро. Сыновья Неарии: Елиоенай, Езекия и Азрикам, трое. Сыновья Елиоенайя: Гадавьягу, Елиашив, Фелайя, Аккув, Йоханан, Делайя и Анани, семеро.